Короче, болтается суппорт, надо, блядь, как-то его подтянуть. Как он делается-то тут? Так. Потом разберемся. А я чувствую, блядь, что там у меня болтается. А заглянуть все как-то впадлу было. Так, ребята, выехал я сегодня немножко покататься, проветриться. Ну, надо еще в банк заехать, денег снять. У меня завтра очередная покатушка в автошколе, поэтому надо денег налом иметь. Последние пару дней я вообще что-то дома так завис конкретно. Надо было немножко учебой заняться, поэтому я последние несколько дней от компьютера почти не отходил. Сейчас прям заставил себя выйти. Если бы не необходимость, скажем так, поехать в банк, то я бы, наверное, и сейчас бы нифига не вышел. Кстати, так, сейчас прикрою немножко. Кстати, завтра постараюсь заснять, может быть, видос, как я катаюсь в автошколе на своем учебном мотоцикле. Я думаю, завтра все получится, потому что в прошлый раз я не стал снимать, не хотел париться. Как бы, ну, хотел сконцентрироваться первый раз на покатушку, чтобы ничего не отвлекало, а то, сами понимаете, камера все равно немножко отвлекает. Плюс мне еще жилетка там, которую я должен был одеть поверх своей куртки, она как-то так немножко стягивала куртку, что плечи немножко задирались. И поэтому, когда поворачивал башку, камера плечи задевал. Было неприятно, поэтому пришлось камеру снять в угоду комфорта. Ну, а теперь я этот нюанс учту, постараюсь как-нибудь, может быть, жилетку получше одеть, что ли. Может, в принципе, не должно быть так. Красота на улице сегодня. Знаете, сегодня у нас градусов 20-21, вот так вот. Не холодно, не жарко и светло. Классно. Я говорю, последние дни только сижу дома, все. Так иногда в паузах смотрю этого ролики Коровина. Как он там путешествует. Конечно, жалко, что его с нами не стало. Отличный был мужик, путешественник. Но оставил после себя такое наследие в виде классных фильмов. Да и вообще, последнее время что-то, вот, знаете, за собой стал наблюдать следующее, что как-то вот надоела вся вот эта суета, охота куда-нибудь, знаете, вот отшельником. Хотя бы, может быть, какой-нибудь такой отпуск себе устроить, чтобы вот хотя бы недельку-две вообще отрешиться от мира. Как-то, не знаю, может, это уже с возрастом так накатывает, что вот это все нафиг не нужно. Раньше я все рвался в город, 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 это моя стихия, да. Да, я люблю город, я тащусь от города. Но вот последнее время что-то мне как-то все хочется куда-то в лес. Куда-то вот, где нет людей, где на природу охота. Поэтому я реально надеюсь, сейчас, когда на права сдам мотоцикл, будет, куплю палатку, матрасик. Ну, в общем, самое необходимое. Минимальный набор для путешествия, так скажем. Поеду к дочери, съезжу 500 километров на север. Там в кемпинге переночую. Вообще, попробую, так сказать, посмотрю, как оно будет. Ну, если все пойдет, как запланировал, то там уже можно будет реально куда-нибудь дальничок запланировать. Не знаю, одному или с кем-то, мне, в принципе, без разницы. Если найду кого-нибудь, кто захочет поехать со мной, скажем, то без проблем, нет, так нет, поеду один, мне не принципиально. У меня вообще мечта проехаться по Европе, скажем, в южном направлении. То есть это рвануть, скажем так, туда, на юг Германии, потом Италия, потом вдоль побережья на лазурные берега Франции, оттуда в Испанию долбануть, может быть, в Португалию, ну и потом обратно в Германию.
Вот такой вот кружочек мне хочется когда-нибудь дать. Не знаю, насколько получится это все реализовать. Но вот на данный момент у меня такая как бы мечта. Как оно будет, хер его знает. Пока просто мечтаю. Ну а вы сами знаете, мечтам свойственно материализовываться. Я сейчас просто еду куда-нибудь. То есть у меня нет никакой конкретной цели сейчас. Ну да, есть, конечно, цель в банк заехать. Ну а так, в принципе, катнуть просто. Немножко, чтобы глаза что-то другое увидели. А то сидишь дома все время и только мониторы видишь. Так. Ладно. Останусь здесь. Хотя сейчас можно и перестроиться. У нас уже в некоторых землях, в Тюрингене, по-моему, хотят буквально через неделю уже все ограничения снять. То есть уже и экономику стартануть по полной, так скажем, хотят, а маски отменить. То есть, ну, вообще, то есть к нормальной жизни хотят вернуться. Другие земли, конечно, осуждают, что рано еще, мол, а тихие разобили на всех свои законы. Мне вот что здесь нравится, что здесь действительно каждая земля, она не подчиняется Меркель. То есть они что хотят, то и делают. То есть как считают нужным, так и делают. То есть Меркель в принципе здесь огромной роли как бы не играет. Она может там, конечно, выступать, там как бы рекомендовать, но никого к ответу призвать не может. Лепота. Упс. Так, надо будет потом реально подумать, как этот супер подтянуть. А то мне это очень сильно не нравится, как это гремит. Like you, be strong. Of the sun, to dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. Вот они, велосипедисты, источники всех бед на дороге. В основном. А давай-ка мы направо свернем. Прокатимся. Посмотрим, что тут. Так, здесь я еще не ездил по этой дороге. В принципе, здесь прикольные улочки такие. Относительно широкие. Вот если так смотреть по Германии, в любом другом крупном городе, мне кажется, в Берлине, наверное, самые широкие улицы. А ну, в принципе, вот как бы по российским меркам улица вот не широкая. Но на самом деле это очень широкая улица. В других городах таких широченных тротуаров, как здесь, это я ни разу в жизни не видел. И мне кажется, самое то, это когда вот равновесие, когда у тебя есть где-нибудь и за городом домик, ну какая-нибудь дача хотя бы в лесу, и в городе, тогда вот будет, мне кажется, идеальное равновесие. Не, я честно, я прям радуюсь, когда у меня будет мотоцикл, что я буду в этом плане мобильный и свободный, что могу сесть и как куда-нибудь уехать нафиг в любое время. Да я бы и на мопеде бы, честно, ездил бы с удовольствием, но на этих 50 километрах далеко не уедешь. Так, где я?
какой-то парк интересный здесь. Будем знать. А, теперь я знаю, где я. Классно, будем знать. Термометр там 27 градусов показывает. Жесть. Прям такой адской жары-то я и не наблюдаю. Ну, градусов 20 есть. О, мои мотоциклисты повылазили. Все равно что-то как-то мало. Like you, be strong, to hold the powers of the sun. Dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed. Так. Надо бы мне где-то здесь заехать. Преимущество мопеда. С парковкой никаких проблем. Все, теперь можно и домой. Дальше сидеть перед компом. Drifting away.
интересно, как же он крепится к этому диску с этой стороны. Ну-ка, еще раз гляну. Может быть, мне кажется, вот эти два болта. Хотя, ладно, надо будет погуглить. Не, мне кажется, вот он здесь как-то, блядь, крепится по-любому. Ладно, потом разберемся.